Всем привет! Сегодня 22 августа, и вот наконец второе видео «Эвкалипты из семян». Итак, что получилось? Значит, 5 апреля было опубликовано первое видео, вот это второе. Итак, нимфофила. Вот он так он выглядит. Нимфофила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, короче, листьев примерно. Вот они так вот выглядят. Все, кстати, они отличаются друг от друга. Это дебежевили. Дебежевили более кустистый получается. Вот. Вот они так выглядят. Неглекта. Ничего так пошла себе неглекта. Ну, примерно все одинаковые. Вот. Неглекта. Неглекта. Это эвкалипт лимонный. Вот он какой. Больше всех он получается. Пушеный листик у него больше всех. И периньяна хуже всех. Периньяна, вот он. Как бы он есть, но его меньше. Некоторые вообще вон тормознулись в росте, практически не росли. Вот они так выглядят. Погибло очень много периньяны. Вот. Второе видео, нужно их пересаживать уже, я так думаю. Ну, просто горшочки, эти контейнеры, стаканчики пересыхали у меня, из-за этого еще получилось так, что они погибли. В общем, вот продолжение, как бы борьба за выживание, так называется, эта часть видео. Вот, периньяна, какой маленький. Вообще не растет, да? Вот он. Считайте, ему скоро полгода. Вот, что бы там ни говорили, ну, может быть, с землей я не угадал. Может, действительно очень жаркое, засушливое лето это было. Тут как бы открытое место. Открытое солнце. Вот что получилось. Все. Всем спасибо за просмотр. Будем наблюдать за ними дальше. Всего доброго.